Страшная авария забрала у Алисы Петуниной возможность дышать самостоятельно, когда девочке было всего 2 года. Несколько лет малышка зависела от аппарата ИВЛ и днем, и ночью. Благодаря неравнодушным пермякам после операции в Австрии Алиса научилась дышать заново. Ей поставили трахеостому. Девочке сейчас 13 лет. Она по-прежнему обездвижена, но вместе с семьей ведет активный образ жизни, учится в школе. Педагоги приходят к Петуниным домой во время учебного года. Дома Алиса с мамой занимается рукоделием, читает книги, заданные на лето. Сейчас читает рассказы Бианки. Я люблю рисовать, петь, когда я в машине, у меня есть флешка своя. Я пою. Мне нравятся песни «Пришел бизнеса», «Нюша», «Таева». Девочка очень любит по телевизору смотреть ужастики, как и многие подростки в ее возрасте. Недавно остригла длинные волосы и собирается сделать розовые пряди, когда поедет с родителями в Анапу в санаторий в сентябре. Петунины летом стараются чаще бывать на даче. В прошлом году показали Алисе Петербург. Все вместе ходят в кино и в театры, на все праздники Дед Морозим. Их жизнь не замыкается в стенах квартиры. Чтобы Алиса не подхватила простуду, а таким сырым и холодным летом это проще простого, чтобы кашель не перешел в пневмонию, врач-пульмонолог прописал девочке пользоваться откашливателем постоянно. Это такая техника современная, которая очень облегчает жизнь людей, у которых трахеостома есть. Потому что она, в силу того, что у нее трахеостома, она не может откашливать полной грудью, как это делаем мы. И приходится вот либо отсасывать мокроту хирургическим отсасывателем, либо пользоваться откашливателем. Но это более гуманный метод. Это прокатное оборудование, Дед Морозим нам предоставила его. Сейчас семье Алисы снова необходимо чудо – собственный, а не прокатный откашливатель. Это высокотехнологичное оборудование, жизненно важно для ребенка с тяжелым заболеванием, но его не предоставляют за счет бюджетных средств. Он Дед Морозим, и пермяки уже очень давно помогают Алисе и ее семье. Благодаря пермякам Алиса уже проходила курсы реабилитации, у нее появилось медицинское оборудование. Вот. Но сейчас Алисе Петуниной и ее семье снова нужна поддержка неравнодушных людей. Сумма для сбора сейчас составляет 487 тысяч рублей. Это огромная сумма для семьи Алисы, но посильная, если собирать всем и понемногу. Ведь вы можете отправить любую посильную для вас сумму через смс на номер 3434 с текстом «Дед Морозим», пробел и сумма пожертвования. Чтобы помочь собрать средства для Алисы Петуниной на откашливатель и расходные материалы к нему, вы можете перевести средства и онлайн в разделе «Совершить чудо» на сайте дедморозим.ру. Много лет вы помогаете семье Алисы Петуниной. За вашу готовность снова прийти на помощь большое детское спасибо.